В Иркутской области улучшилось качество жизни, по крайней мере, так гласит статистика. По итогам 2020 года наш регион поднялся с 63 на 55 место в рейтинге субъектов. В Сибири это пятый результат. Самый высокий уровень жизни, как обычно, в Москве и Санкт-Петербурге. При составлении рейтинга учитывались доходы жителей, занятость, жилищные условия, демографическая ситуация, здоровье и экономические показатели региона.